Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на стадион «Янтарь», на котором соскучились уже по матчам профессиональной футбольной лиги. Ну и вот, наконец-то дождались мы весны. Весна будет поближе, чем до некоторых других стадионов. Абсолютно равное количество очков, ну и всего молодежи, либо кого-то из снявшихся с турнира команд. В частности, речь, конечно, о пензенском «Зените», которого мы весной уже, к сожалению, не увидим. Понемногу Зорки начинает переходить на чужую половину поля. Через левый фланг развивается атака. Вот Дубчак у нас сюда сместился. Конечно же, отъезд основной части команды в китайский Тайбэй на... Небольшими силами пока не идут в чужую штрафную. Точная подача. И там уже Нел против Енисея. Ну, уступил луч в этом матче. Со счетом 1-0. После чего очередную фееричную пресс-конференцию выдал Александр Григорян. Но давайте об этом попозже, потому что сейчас передача в штрафную. Не успевает к этому мячу ни Ларионов, ни Меликов. Но продолжается атака. Погорелов пытался прострелить. Но одного из них они успели завить, а... второго нет. Ну, было бы, конечно, очень интересно посмотреть на Евгения Кабозева. Все-таки человек стал лучшим игроком команды в том сезоне. Но решил все-таки пойти на перспективу в более сильный шведский чемпионат, где закрепиться не сумел. Ну, вот, вернулся он все-таки. 2011 года в составе московского «Локомотива» играл он в составе с такими людьми, как Виталий Дьяков. Полос был также в том составе. Ну и хорошо знакомый нам Александр Закускин, бывший игрок Строгино, ныне выступающий за Казанку. Опасный прострел, и на добивание не попадает сейчас в ворота, буквально расстреливая их, как минутой ранее это не мог делать Никита Мельников. Ну а Зорки продолжает свою атаку в штрафную площадь. Заметался мяч по штрафной площади, удары вновь Григорян. В стартных положениях, конечно, проскакивают небольшие проблемки у оборонительных редутов. Может быть, на этот раз получится у защитников действовать внимательнее. Практически всей штрафной, строгинцы всей команды в своей штрафной, за исключением Мельникова. И вновь позволяют ударить перерыва. И много чего за это время может успеть произойти. Хорошо обыгрывают сейчас на фланге строгинцы. Прострел в штрафную. Кто доберется до мяча? Зорки. Зорки первый на мяче. Выносится мяч. Сычев его под... так и подсказал в Анжи вратаря Арарата Владимира Сугробова, который этой зимой туда официально и перешел. Так что, помимо своих непосредственных обязанностей игрока обороны, Антон Белов немного и в скаута решил поиграть. Делает заброс на Погорелова, ставит корпус Михаил и зарабатывает штрафной удар уже. Белов решает этот штрафной исполнить. Барсука пока к мячу на стандартах не подпускает. Подача Мельников! Скорость уже под конец тайма. Доставляется сейчас мяч в штрафную Строгину. Ну, ему нужна одна из последних атак. Сальников. На логу отдает налево, тут у края штрафной. Передача в штрафную и в одно касание все-таки Зорки забивает. Однако отменяет арбитр этот гол из-за положения вне игры. Единственное, желтое у нас показано в сегодняшнем матче. Все-таки в первом тайме игра практически не изобиловала грубостями. И фолы были очень легонькие. И даже те повреждения, которые получали Мельников с Лилюхиным, были больше в игровых эпизодах. Вот сейчас Мельников входит в штрафную, пасует на 11-метровую отметку. Замыкать надо!
Уфтин закрутился тут, чуть не привез сейчас атаку на свои ворота. Повнимательнее надо действовать Максу. А здесь вновь Погорелов у нас прессингует Демина. И вновь Демин выбивает мяч в аут. Начинает немного нервничать сейчас, как мне кажется, правый защитник Зоркова. Прям вот с самого начала второго тайма большое давление именно с его фланга пошло, и практически голевая атака случилась. Котов хорошо обыгрался, но не дошел ответный пас, к сожалению, от Барсука. Уже там подстраховали партнеры. Уже в исполнении хозяев. Но вновь после этого потеря. И вот, может, сейчас что-то получится у гостей. Передача в штрафную, а там и Котов был готов перехватить, и Гапонов выше всех, и Павлов в итоге зарабатывает. Сейчас в офсайде оказался Валерий Сорокин, неожиданно оказавшийся на острие. Но у нас первая замена. Замена это в составе Строгино, и покидает поле у нас Александр Ларионов. Был он, конечно, более активен в первом тайме, во втором его практически не видно, потому что все атаки строятся уже через левую бровку Бины. Ну а здесь немного не попал по мячу. Он как раз Сорокин. Вновь летает в Погорелова сейчас. Прессинг Логуа, Павлов. Ну и надо поскорее, конечно, сейчас отходить от своей штрафной. Если терять мяч, то точно не там. Мельников как прошел троих. Отдал направо. Погорелов, будет прострел. Чуть-чуть резервного судьи. Ну, а уступает он свое место на поле Акиму Устинову. Похожей ситуации после выноса мяча. Илюхин. Не стоит так ошибаться тоже. Котов решает пойти сам. Протащил, развернулся. Отличная передача в штрафную. А тут уже Мельников не дотянулся. Которых, между прочим, готовится уже третья замена. Сейчас перехват в центре поля. На Котова передача. Подключается Павел. Уже он перед штрафной. Делает заброс в штрафную. Не добирается там все-таки до мяча. И еще один прострел. И заукните уже. Ну и что же? Все-таки засчитывает арбитр после этой неразберихи. Штраф был довольно неплохой стандарт. Ну, я думаю, Снев. Ну и неплохо постаравшийся сегодня Никита Мельников уступает свое место на поле свежему Поликарпову. Поликарпов там убегал от защитников, но защитники мяч до него не пропустили. Барсук выцарапал его. Устинов. Вновь Барсук. Вновь Устинов пропускает. Очень хитро на Неберидзе. Неберидзе подает на дальнюю штангу. Не добирается там до мяча. Погорело. Засыпать, конечно, с заменами эти оставшиеся минуты матча. Подача в штраф. Ну, в перекладину бьют. И вынести уже надо. И еще один удар. Еще одна замена. Виталий Барсук уходит с поля. Не особо был заметен сегодня Виталий. Привыкли мы видеть, что большинство атак строится именно через него, но сегодня как-то прикрыли прям его. Так и затянул, наверное, с этой атакой Василий. Ну и не его это дело атаки разгонять. Все-таки он игрок штрафной площади. Подача Дубчака. И падает сейчас игрок Зоркова в штрафной. Цимбал
Долго думал, что ему сделать. В итоге отдал Сальникову. Вновь падение в штрафной, вновь молчит арбитр, а там уже положение вне игры. Сейчас Григорян вводит мяч в игру. Вновь пытаются строгинцы зацепиться за мяч. Кто будет здесь первым? Поликарпов простреливает штрафную. В прыжке пытался дотянуться до этого мяча Погорелов. В итоге дотянулся только уже у бровки. Оттягивает на себя двух-трех игроков соперника. И от поляну. Ну и наступает свое место на поле Владиславу Овсянникову. Много потерял сейчас из виду мяч. Павлов делает передачу в штрафную. Удар и не попадает сейчас в створ ворот, просто в убойнейшей позиции оказавшийся в атаке Роман Локтионов.